Министерство обороны проводит ежеквартально. В последнее время все чаще в этой работе принимает участие президент. Это беспилотники, которым еще только предстоит пройти госиспытания. Орлан-2 работает по прикрытию своих позиций и Нож проникает, гортань проходит дальше. Господи, что... Менялось очень многое. Вот то, чем я занимался, сейчас называется бизнесом. Песни, которые считались ужасными, сегодня называются шедеврами. Очень позитивный результат и на гражданские отрасли производства. Что касается... Вот, Данди, сейчас начнем потихонечку, посмотрим. Завод, смотрите, как льет хамино, за Диму, как все это дело делается. Помощью инъекций. По-моему, самое лучшее в креме Snake Complex то, что результаты заметны сразу же, уже после... Или корабль. Куда этот корабль плывет? И корабль плывет, ищет землю. Оказался в горный склон во французских Альпах. Как следствие сообщало ранее, самолет умышленно разбил второй пилот Андреас Любец. В ходе расследования... художника по дереву казалось психическим расстройством. Он один знал. Это все ради любви. Перевозчиков искать другие маршруты, поэтому следует открыть безопасное и легальное окно для беженцев. Без этого миграционный кризис превратится... Полагаете сделать вам слово? На сегодня, собственно говоря, вот это перенесенное последнее слово было произнесено Надеждой. Это ее право неотъемлемое, его нельзя было лишить существу и, собственно... ...катастрофе. Запомни, если ты по плоти мыслишь, ты через время будешь иметь жатву, и эта жатва будет внутри. Тут тебе говорят, ты никогда не сможешь сама иметь детей. Это сильный удар. Аманда и Дэвид решили не прибегать к... Платинум. Для невероятно чистого результата. Получается, что сегодня вы получите весь потрясающий набор платинум. И просто не хватает места. Кроме того, в смартфоне нам батарейка не позволит. Или читаем один из старинных экземпляров, или экземпляр, который только что вышел из типографии, Библии. Не смею вас задерживать, поручик Толстой. Путешествие по миру, я поняла, что, возможно, молчание золото. Но лично мне больше нравится, когда торгуются, покупают. Композитор наигрывает. Игорь Михайлович, он играет. Он же не вокалист и не певец. Но он настолько доносит песню свою. И библейские, иудейские, и христианские. И отчасти кое-где еще даже веяния.